Это тревожно для всего мира время распространения коронавирусной инфекции. Не обошло, к сожалению, и нашу родину Узбекистан. Мы все видим и осознаем, насколько это опасно, и что настал час испытания для всего нашего общества. Наше правительство незамедлительно приняло все меры по организации противодействия распространения этой заразы. Эти меры охватывают все население нашей Родины. Видим и знаем, что первыми в борьбе с опасной болезнью стоят работники медицины. Это они, рискуя своими жизнями, самоотверженно, без отдыха, несмотря на страшную усталость, борются за жизнь заболевших коронавирусом. Они неделями не видят своих родных, детей, матерей, отцов, потому что не могут выйти из больницы. Они даже выйдя из больницы, они не могут прийти домой, потому что они должны быть на двухнедельном карантине. Хочу от имени коллектива Государственного академического Большого театра оперы и балета имени Алишера Наваи выразить огромную благодарность и сказать спасибо вам, дорогие врачи и медсестры, и все, кто с вами на посту, сказать, что мы вами гордимся, и мы с вами всей душою. Спасибо вам.